Смотрите, помните, я вам говорил, я начинаю обычно, если это у меня, если это первая встреча, я обычно начинаю разговор с того, что человеку надо расслабиться. У меня висят много картин, стоят там всякие штуки, и я говорю вещи, спасибо, кстати, за вопрос. Я говорю какие-то штуки, которые человек может немножко, знаете, вот расслабить в кресле. Сейчас принесли кофе, там, как вы добрались и так далее. Это ритуал, который в обязательном порядке должен быть. Ты не можешь зайти и, знаете, начать чекать. Есть еще одна штука, спасибо, вы мне напомнили, которая важна, и опять-таки в нашей культуре это очень редко встречается. Мы в нашей культуре почему-то очень часто настроены негативно. Негативно по отношению вообще к окружающему миру, но и негативно очень часто по отношению даже к людям, к которым мы хорошо относимся. Вспомните, сколько раз сегодня вы сделали комплимент? Один? Нет, кому-то. Кому-то вокруг. Три? Три — это вот так. А если... А сколько гадостей вы сказали? Шуткой. Тебе это платье не идет. Ты сегодня... Что с тобой сегодня? Это у вас шутка. Я просто стоял плохо. Я вспотел. Где у вас тут туалет? Надо еще на второй этаж идти. Это ужасно. Скажите, что вам все нравится. Скажите, что... Поблагодарите за то, что вас пригласили. Поблагодарите за то, что... Такой симпатичной ассистентке... Такую симпатичную ассистентку вы заставили принести кофе и воду. Бывает случай, знаете, немножко утрированно все бывает, потому что я сидел рядом с одним американцем, он такой супер позитивный, не так давно это было. Так он мне, значит, секретарша принесла кофе, он говорит, секретарша принесла воду, он говорит, у вас очень вкусная вода. Я ему говорю, послушай, там, где ты учился, я тоже все вырос, я все знаю. Мы с ним посмеялись. Но быть позитивным очень выгодно. А быть негативным плохо, потому что то, что я вам и говорил, у вас есть масса возможностей настроить против себя человека, который сидит напротив. Масса. Не давайте эти вещи, дайте ему момент какой-то расслабиться, потому что он, например, да, если он работает на кого-то, на своего хозяина, там, я не знаю, на босса, на клиента и так далее, он позвонит и скажет, слушайте, такой симпатичный человек пришел, дайте немножко уступим, ну как-то вот так сложилось у нас, он нам еще пригодится и так далее и подобное. И это хорошо, но позитив должен исходить от вас, понимаете? Он не должен быть так же натянут. Если вы невозможно, если вы редкая скотина и уже не можете ничего не сказать, ну постарайтесь хотя бы похвалить кофе, что ли, я не знаю, но разве трудно сделать человеку какой-то комплимент? Разве трудно его поблагодарить за то, что он вас пригласил? Конечно, нет. Вспомните, сколько раз вы это сделали в своей жизни. Очень мало. Вспомните, сколько раз вам еще предстоит это сделать. Просто вспомните мои слова. Да?